却提出一张爱的书本，如风的洒的家里不应那不应不衰，Прежде всего я предлагаю свою шаштангу на Пушпанджали, свое сердце подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосов стоп моего духовного учителя. Нитя лилы правишты ом вишнупад, аштота рашата шри, рупа нуга чари вари, шилы бхакти леданты на райна госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands and thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячу дандават пранаму лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей Шри Рупа Нуги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the Sambhu Vaishnava and Vaishnava. Завершение клани всем Вайшнавам и Вайшнавам. Шукрудевки!
by the Causeless Master Sri Gaurangaranga. Today we are honoring this most auspicious occasion of Nandotsava and the Vyasa Puja Day, the Divine Appearance Day of Nitlila Pravishta Om Vishnupara Ashtotaras Sri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Srila Prabhupada Ki. Гуранги, и сегодня мы празднуем Нандотсаву, праздник Нанды Махараджа в честь рождения его сына Кришны и также день божественного явления нашего любимого Шрилы Прабхупады. It's called Vyasa Puja because that Vaishnava who sits upon the Vyasasana and speaks the message of Srimad Bhagavatam is the direct representative of Sri Vyasa Dev. So his worship is called Vyasa Puja. Этот день явления духовного учителя называется Vyasa Puja, потому что тот та личность, которая сидит на Вьясасане, повествует Шрила Бхагаватам, является непосредственным представителем Шрилы Вьясадевы. Посему дни явления духовных учителей называется Vyasa Puja. Bhakti yogena manasi sanat pranitena laya pasya purusham purnam mayam chattara pasrayam. Who is Vyasadev? That person who, on the order of his Guru Parabhadma, Sri Narad Rishi, went into the Samadhi, the trance of Bhakti, and in that trance, he had the vision, the realization of all the sweet pastimes of Sri Krishna. Кто такой Шрила Вьясадев? Шрила Вьясадев – это та личность, которая под руководством своего духовного учителя осознал свою мантру, которую ему дал учитель, и увидел трансцендентный мир со всем его разнообразием, с удивительными лилами, которые происходят там. So that spiritual teacher who sits upon the asana of Sri Vyasadev, representing Vyasadev, should not only have book knowledge, but actual anubhav, realization of Krishna. Then his worship is Vyasa Puja. И поэтому, чтобы праздник назывался Vyasa Puja, воистину, то та личность, которая является представителем Шрилы Вьясадева и восседает на асане и передает знания, которые поведал Шрила Вьясадев, должен обладать не только теоретическими знаниями, но на самом деле он должен быть осознанной личностью, иначе он не является воистину представителем Шрилы Вьясадева. Шапта брамани нишнато на нишнает парейяди Srutam tasya sramafalo hyadenam eva rakshataha. See, Krishna has said, if one studies the Vedic scriptures and becomes very expert in that presentation, but nanishnayat pare yadi, he is not absorbed in bhakti devotion to Sri Krishna, which actually brings, because it is Swayam Prakash, self-manifesting, brings divine realization of one's eternal relationship with Krishna. If one does not have that realization, then all of his study of the Shastra was simply hard work for nothing. Шри Кришна объясняет сам, что если человек уделяет много времени изучению ведических писаний и осваивает все эти знания, становится там знатоком Шастры, но при этом он не практикует бхакти, то есть, потому что бхакти является своим пракаш и несет, то есть, и осознание, и чувство вот этой ананды, то такой человек, Кришна говорит, попусту тратит время, вот эти теоретические познания. Like working very hard to take care of a barren cow, this cow will give no milk and will give no calves also. Это как подобно заботе о бесплодной корове, то есть ты можешь кормить ее, кормить, но она не принесет ни потомства, ни молока не даст. So, how does this transcendental realization come? Как приходит трансцендентное откровение? Так, Vigyan, Artham, Sagaru, Meiva, Abhigajet. In order to get Vigyan, realization, then one must approach a spiritual master. Чтобы в надежде получить откровение, необходимо сначала найти духовного учителя, чтобы получить вигьян.
The living entity in this world is covered by Maya. Живые существа в этом мире находятся под полным контролем Майи. And under the control of many anarthas, unwanted desires and base qualities. И у каждого множество своих анарх, то есть нехороших качеств, всякой скверной в сердце, в уме. So Narad Rishi, the Guru Dev of Srila Vyasadev, he gave many prescriptions how to overcome various anarthas qualities, bad qualities. Narada Muni, духовный учитель Шрила Вьясадева, он дал предписание по поводу, то есть рекомендация о том, как преодолеть разные виды вот этой скверной внутренней. One can overcome the greed for acquiring money by discussing the difficulties involved. То есть он рекомендует, если человек алчный, если человек скупой, такой стремится к накоплению денег, то как он может проработать вот эту свою привязку, что он может обсуждать вот идею о том, как трудно уберечь свои деньги там от других, как сохранить их, что это нелегкая задача. Он дал рекомендации о том, как бороться с гневом, с вожделением. He said one should overcome tamagun by rajagun and overcome rajagun by cultivating sattva. То есть он объяснил принципы, чтобы выбраться из тамагуна, вначале нужно культивировать раджагуну, то есть перейти хотя бы на один шажок вверх, а потом уже идти вверх до сатвагуны, с раджагуны. But in the end, Narad Rishi said. Он много идей, советов дал. Этат сарвам гуру бхактя пурушо янджаса джаят. One can overcome all anarthas, all difficulties, all problems, all bad qualities, all the three gunas of material nature, simply by one thing, Guru Seva, devotion to the spiritual master. Он давал множество советов разных и о том, как бороться с разными явлениями нехорошими, но потом в завершение сказал, да можно просто побороть все эти дурные привычки, все анархии, всю эту скверну, преодолеть влияние трех гун просто посредством Гуру Севы. So Sri Guru is one. Sri Guru один. But he appears in many forms for our benefit to deliver us. То есть как феномен, как один, но он проявляется в множествах форм, чтобы помочь каждому из живых существ. That Akhanda Guru Tattva Baladeva Prabhu Nityananda Prabhu. Вот это тотальный принцип гуру, это Аканда Гуру Татва, это Баладев Прабху, Нитянанда Прабху. His power was manifested in unprecedented way. Он явил свою мощь непревзойденным способом. In Srila Prabhupada. Он всю эту мощь вложил в Шрилу Прабхупаду. It is astonishing how in a very short time and in his old age he spread Харинам Санкиртан throughout the world. Это же просто невероятно, непостижимо, как за такой короткий срок, в таком преклонном возрасте, Шрила Прабхупада распространил Бхакти Харинама Санкиртану, миссию Махапрабху по всему миру. Каликалера Дхарма Кришнанама Санкиртан, Кришна Шакти Бена Нахи Тара Правартан. In this age of Kali, the Yuga Dharma is Нам Санкиртан. But unless one is empowered by Krishna himself, he cannot spread the chanting of the holy names. Юга Дарма этого века Кали, это Харинама Санкиртана, но никто, не уполномоченный Кришна, не сможет распространить эту Югу Дарму. То есть не под силу ее распространить, если ты не уполномочен Господом. Oh, there was one devotee, and he came to Krishna consciousness, but he did not have the chance to be initiated by Srila Prabhupada, because Srila Prabhupada did that. Один преданный, он присоединился к движению сознания Кришны, но у него не было... Мой один знакомый, но он не успел получить инициацию Шрилы Прабхупады, потому что он уже ушел из мира к тому времени. So he was looking here and there for a guru. И он искал повсюду себе духовного учителя. For many years. Много лет. He saw different gurus, but they could not inspire such a faith in him. And he was looking for a Gurudev like Srila Prabhupada. То есть для него идеалом Шри Гуру был Шрила Прабхупада, и он непрерывно искал много лет подряд вот такую личность, которая бы вдохновила его так, как он считал бы вдохновлял его Шрила Прабхупада. So after many years he came to the lotus feet of Srila Prabhupada's godbrother, junior godbrother. Через какие-то годы он повстречался, он оказался у лотосных стоп младшего брата в боге Шрилы Прабхупады, Пуджапада Бхактивайбава Пури Махараджа.
And when he heard from him, he was very inspired. И когда этот преданный стал слушать Катху, Бхахивай Бхавпури Махараджа, он вдохновился очень сильно. And he said, "О, Махарадж." И он обратился к Махараджу. Please be merciful to me and accept me as your disciple. Он обратился к Махараджу с просьбой принять его учеником. Very, very humbly. Param Pujipad Srila Bhaktivinoda Goswami Maharaj. He said, why do you want to take initiation from me? Очень скромно. Бхактивай Бхактури Махарадж сказал, почему ты решил выбрать меня своим духовным учителем? He said, because I want to have a guru like Srila Prabhupada. А преданный ответил, потому что я все время мечтал о том, чтобы у меня был такой гуру, как Шрила Прабхупада. Srila Puri Maharaj said, oh, I am not like Srila Prabhupada. Бхактивай Бхактури Махарадж сказал, да я же совсем не такой, как Шрила Прабхупада. An acharya like Srila Prabhupada only appears once in a thousand years. Да, он сказал, да вы что, какой я Шрила Прабхупада, ачарья, подобный Шриле Прабхупаде, приходит, может, там один раз за тысячу лет. He realized it. Что он это осознал сам. How much honor Srila Prabhupada's dear and intimate godbrothers have for him. То есть братья-боги Шрилы Прабхупады почитали его так, с таким трепетом относились к нему. So then that devotee was very sad. И преданный расстроился тогда этот. But Guru Maharaj said, all right, I'm not like Srila Prabhupada, come back tomorrow and we'll discuss. Он видел, что преданный сник, и Бхактивай Бхавпури Махарадж сказал, ну я не Шрила Прабхупада, но все же возвращайся, завтра обсудим твою инициацию. So, Srila Prabhupada's greatness cannot be touched by any conditions. Невозможно описать величие Шрилы Прабхупады, никакой обусловленной душе не под силу даже коснуться краешка славы Шрилы Прабхупады. He behaved like a very simple and humble person. Внешне он вел себя как очень такой скромный человек, очень как простой обычный человек. But he was endowed with Achintya Shakti, inconceivable potency. Внутри там был целый генератор такой непостижимой Achintya Shakti в нем. Due to his extreme dedication to his Gurudev, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И вот эта сила его заключалась в том, что в безусловной преданности его Гурудеву Шрили Бхактисиддханте Сарасвати Такуру. Nowadays, when it's someone's birthday, they become very happy because everyone gives them gifts. Обычно, когда у человека день рождения, именинник радуется, потому что ждет подарков от всех гостей, которые. But in Vedic culture, when it's your birthday, you have to give gifts to others. Но в ведической культуре именинник должен давать подарки в свой день рождения. Он дарит другим все. So because Krishna was born at midnight, Krishna celebrates his birthday today on Nandotsav. Но так как Кришна родился в полночь, уже было поздно устраивать там праздник на всю ночь, то уже празднование состоялось на следующий день, сегодня, в Нандотсав. On this the very day, и в этот день, in the year 1896, Sri Krishna gave his best gift to all of us, Srila Prabhupada. В 1896 году Кришна подарил свой лучший подарок нам всем в форме Шрилы Прабхупады. He was born in a town very close to Calcutta, in an affluent Kayasta family. Шрила Прабхупада родился в такой состоятельной семье неподалеку от Калькутты. His father, Srila Prabhupada said, my father was a pure devotee. Сам Шрила Прабхупада, рассказывая о своем отце, говорил, мой отец был чистым преданным. His father's name was Gaur Mohan. Папу звали Gaur Mohan Day. Gaur Mohan. Гора Мохан. Прекрасное имя. And his family was connected to the line of Nityananda Prabhu. И семья эта была связана по дикшам, там по инициациям к линии, которая брала начало у Нитянанды Прабху. For generations. То есть много поколений там этих в семье было преданных. So when he was a boy, was educated at the Scottish Church's College. И Шрила Прабхупада в детстве ходил в школу, в шотландскую школу, религиозную. So he became an expert in English at a young age. То есть он овладел английским языком еще в детстве. When he was a little boy, he didn't play ordinary games with the other boys. В детстве он used to play devotional games.
в детстве он не тратил время попусту на такие праздные игры с другими детьми, а он всегда играл в духовные игры. When he was about 5 years old, he made a red cart. Когда он был... Small red cart, and with the other boys pulled it through the street and made everyone dance and sing in Radha Yatra. Когда ему было 5, он сам смастерил маленькую тележку, то есть Радха Ятру, то есть Радх, такую колесницу, и с другими мальчиками они пошли праздновать Радхаятру, тащили ее по улице, там пели, танцевали, приглашали всех участвовать so, в этом празднике. Just like a very big tree has a long shadow. So they said, great events in history cast a long shadow. So this was the tip of the shadow that in the future he would make the whole world dance in Jagannath Radha. То есть у высокого дерева длинная тень, то есть вот это уже как это было началом, это как было краешек этой тени, показывало, что в будущем Шрила Прабхупада пригласит весь мир танцевать в праздниках Радхаятр. When he became of marriageable age, his father arranged for his marriage. Когда наступило время жениться, папа нашел ему невесту. There were two prospective wives. Там было две кандидатуры девушек. Two candidates. Две. So his father was trying to choose which one. Папа пытался решить, какая из них будет лучшей для сына. So his father said, this one is very beautiful. Папа говорил ему, слушай, вот это очень красиво. This one is not so beautiful. Это не, а вторая не очень красивая. I recommend you should marry this one, who is not so beautiful, so that in the future it will be more easy to become detached. Я тебе рекомендую жениться на той, которая средней наружности, потому что в будущем тебе легче будет там отречься от нее. This is very culture, not to go in the deep well of household life forever. But even we see Srila Prabhupada's father was already helping him go into the Grihastha ashram with an exit strategy. From the beginning. В ведической культуре есть понимание, никто не пытается навсегда там занырнуть глубоко с головой туда в колодец семейного существования. То же самого начала уже даже папа Шрила Прабхупады готовил там стратегию выхода из этой ситуации. То есть это какой-то этап определенной жизни, когда там рожать детей, но потом планируется уже заниматься серьезно духовной жизнью. So he was married and he worked for a Bengal chemical company. И он Шрила Прабхупада женился и стал работать на химическую компанию. And he was very successful. И он достиг успехов в своей работе. People used to call him, his name was Abhay. We used to call him Abhay Babu. Его называли like a tycoon. Абай Бабу. Бабу – это как такой титул такого состоятельного, успешного бизнесмена. So, when he was young, he had a friend whose name was the Narendra Malik. В молодости у него был друг Нарендра Малик. He was a very close friend. Близкий друг был. And Narendra Malik had met the devotees from the Gaudiya Math. А Нарендра Малик уже познакомился с преданными из Гаудия Матха. And they had told him, oh, you should come and meet with our Gurudev, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И они настоятельно зазывали его прийти на Даршан, познакомиться с их духовным учителем, Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром. So, that friend of Srila Prabhupada told, oh, Abhay, there's one sadhu, please come and see him with me. Малик стал приглашать Шрилу Прабхупаду, говорит, Абай, там мне рассказали про удивительного садху, я хочу пойти на даршан, пойдем со мной. So that time he had met many sadhus who were not really sadhus. А к тому времени Шрилу Прабхупаду уже повстречал достаточно псевдосадху, чтобы разочароваться в общем, что уже не думал, что есть чистые личности. Only they were actually having the dress of a sadhu, but not the internal realization and love of a sadhu. Там встретил множество тех, кто называли себя садху, и там одежда была, внешний наряд, там какие-то тилаки, аксессуары, но внутренне никто не соответствовал этой планке. So that time in his pastime, Srila Prabhupada was skeptical towards sadhus, and he was involved in the Indian nationalist movement of Mahatma Gandhi. И к тому времени Шрила Прабхупада уже выработался такой... India was ruled by the British at that time. У него уже появилось скептическое отношение к тем садху современности, и он активно участвовал в освобождении, в движении освобождения Индии, это движение Махатма Ганди. But Narendra Malik kept harassing him, and then one day he agreed, said, okay, let's go. Нарендра Малик не сдавался, он все говорил, пойдем, 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 пойдем. И Шрила Прабхупада сказал, ну ладно, пойдем. So,
They went to the Gaudiya Math and up onto the roof where Srila Bhaktisiddhanta Thakur had a balcony and he was sitting there. Они отправились в Гаудия Мат, поднялись туда на крышу, где на балконе восседал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Srila Bhaktisiddhanta Thakur was discoursing on the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Они попали туда на правачан, когда шла лекция, Бхактисиддханта Сарасвати Такур рассказывал о миссии Шри Чайтаньи, об учениях Махапрабху. And he said to Абай Бабу, "Oh, you are a very intelligent and educated young man. You should preach the message of Chaitanya Mahaprabhu in English all over the world." И обратившись к Абай Бабу, Шрила Прабхупаде, он сказал, ты такой образованный молодой человек, вы владеете английским языком, вам следует проповедовать учение Махапрабху по всему миру на английском. And Srila Prabhupada protested a little. А Шрила Прабхупада как-то сказал это. He said, "We are not an independent nation. Who will listen to us? Internationally, who will take us seriously? While we are a dependent nation." Но кто-то стал это роптать в ответ. Да, кто нас всерьез примет, пока у нас нет независимости как у нации? Кому нужны наши учения в мире? But Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur defeated him. Но Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Такур очень твердо там поставил точку над «и». He said, "The mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu is so urgent that it cannot wait for a change in Indian politics." Он сказал, что миссия Чайтаньи Махапрабху настолько актуальна и неотложна, что она не может ждать изменения там геополитики Индии. So when the two friends were going on, когда, then Narendra Malik said, "What do you think of it?" И когда Нарендра Малик с Шрилой Прабхупадой уже возвращались домой после этой лекции, Нарендра Малик спросил, "Ну что ты думаешь про него?" Prabhupada said, "Today I met a real sadhu." Прабхупад сказал, "Сегодня наконец-то я встретил настоящего садху." His words had such a deep impact on him that he accepted him there and then in his heart. "Oh, I am your disciple. You are my guru." То есть слова Forever. Слова Бхактисиддханты Сарасвати Такур с такой силой как-то прозвучать, так достучались до сердца Прабхупады, и мгновенно он понял, что вот это мой учитель, я буду за ним всегда следовать. It was 1922. Это был 1922 год. 10 years passed. Прошло 10 лет. And all that time, Srila Prabhupada, he did not take initiation. И все эти годы Шрила Прабхупада не получал инициацию. But he was thinking about the words that Srila Prabhupada had told him. Но он не торопился с инициацией, но он не забывал о том, что Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал ему, все время размышлял о том, как исполнить вот это повеление о проповеди. So, Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada, later he was recalling that in Shastra it is said, Sadhu Sangha Sarva Shastrikai, Lava Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoi. By the association of a sadhu, even for one moment, one attains all perfection. So I experienced that. Just that one moment with my Gurudev. By this, he put the message into my heart. And then gradually, my whole life unfolded by his mercy. Позже Шрила Прабхупада сам припоминал, что вот Шастра утверждает, что даже одно мгновение саду санги может дать наделить человека полным совершенством. Он говорит, вот я как раз испытал это на жизни своей. Говорит, вот эта встреча с Бхактисиддхантой Сарасвати Такур была вот эта мимолетная саду санга принесла полное совершенство в мое бытие. After some time, Srila Prabhupada left Bengal and he was the representative of his company in Prayag, Allahabad. Позже Прабхупада переселился из Бенгала в Прайяг, он работал в филиале компании уже в Аллахабаде, как раз в том месте, где состоялась встреча Рупы и Чайтаньи Махапрабху. So while he was there, some disciples, Srila Tirtha Maharaj and other disciples of Prabhupada came and to his business and preached to him. И пока он там находился, то другие ученики Бхактисиддханты Сарасвати Такур, Тирха Махараджи и другие приезжали к нему на работу и проповедовали ему. So they said they were collecting money, they wanted to make a mat. Sri Rupa Gaudiya Mat. Они рассказали ему, что они пытаются собрать пожертвования, чтобы построить Рупа Санат,
Rupa Gaudiamata Prayagi. And Srila Prabhupada very eagerly helped them and gave some donations. Srila Prabhupada с готовностью помог им. Дал там пранами на постройку. And after some time, Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur came there for the opening of the temple, and Srila Prabhupada received the Diksha in 1932 from Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur. И когда наконец-то преданные построили этот храм, было торжественное открытие храма, Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Такур приехал туда на торжественное открытие, и в этом же храме Шрила Прабхупада получил дикшу в 1932 году. And he was very energetically engaged, though he was in grihastha life, he was very energetically engaged in the preaching mission of his guru, writing articles. Несмотря на то, что он был грихастой, он активно участвовал в гуру-севе, он писал статьи духовные. And also introducing the brahmacharis and sannyasis who were preaching to all of his wealthy business associates. Он знакомил брахмачари и саньяси проповедников миссии Бхактисиддханты Сарасвати Такура со всеми своими бизнес-контактами. So once Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur was in Mumbai. Когда Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Такур был в Бомбее, and many disciples were there with him, and they were discussing how to preach the message of Chaitanya Mahaprabhu all over the world. Там была большая группа учеников с ним, и все обсуждали, и что говорят там, как распространить миссию Чайтанья Махапрабху по всему миру. So the subject came up: who will go to the West? И то есть появился этот вопрос, был озвучен, а кто поедет на Запад? So Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj, that was a Narottamananda Brahmachari. He is preaching here in Mumbai, in Bombay, very nicely in English. He is qualified. And he could go to the West and preach. И когда преданные стали решать, кто поедет на Запад, сначала Бхактисиддханта Сарасвати Такур выбрал Бхакти Камал Мадхусудана Махараджа, Нарадамананду, который он потом проповедует тут хорошо в Бомбее на английском, поэтому он может поехать проповедовать на Запад. Many years later, Нарадамананда Дас Прамчи, he would be the one who went to the village of Tiwaripur and preached to my Gurudev. Это тот самый by which he came to Нарадамананда, который проповедовал в Тиварипуре, в деревне моего Гурудева, проповедовал моему Гурудеву. So that time Нарадамананда was quite young. А в это время Нарадамананда был еще юным. Only about 27 years old. Где-то 27 было, молодой был. So when Prabhupada said, I will send you to the West, then he was crying. Как только он услышал, что его кандидатуру учитель выдвинул на поездку на Запад, он просто разревелся тут же. Oh, Prabhupada, please don't give me this order. Я умоляю вас, Гурудев, не надо мне, не давайте мне это повеление. I cannot bear to be without you, Prabhupada. Для меня невыносимо быть вдали от вас, Прабхупада. So because he was very young and also very attached to Srila Prabhupada, and he thought, if you go to the West where there's so much Maya, then he would fall down. Боялся, он был юным. So he was crying, said, please, Gurudev, don't give me this instruction. Очень привязан был к учителю и боялся, что как я окажусь там на Западе диком каком-то, там Майя такая сильная, вдруг я бы затеряюсь вообще. So then the devotee said, oh, if he will not go, then who will go to the West? Преданный сказал, ну вот, если он не поедет, ну кто ж теперь поедет на Запад? So that time, one young grihastha, very handsome, was there. Там сидел среди присутствующих такой красивый грихастха один. And Bhaktisiddhanta Thakur said, "Oh, Abhay Charanaravinda will do it." И тогда Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, Абай Чаранаравинда поедет. It was a big surprise because everyone was thinking he would select some brahmacharis or sannyasis. Все как-то были в шоке, потому что все думали, наверняка он выберет только или брахмачари, или саньяси, а тут он выбрал грихастху. So once Srila Prabhupada, he rented two houses, and he was living in one house, and the other house was for his business on the ground floor, and on the top floor he made that into a small mat, and the brahmacharis and sannyasis used to come and stay there.
Однажды позже Шрила Прабхупада арендовал два дома, которые стояли рядом. В одном он жил с семьей, а в другом доме на первом этаже был расположен его бизнес, а на втором этаже он выделил все это пространство для брахмачари, для саньяси, которые приезжали, там проповедовали и жили. Преданные всегда вспоминали, когда они рассказывали о Шриле Прабхупаде, о его скромности. The brahmacharis and sannyasis will be preaching very late in Calcutta, and then in the middle of the night, that's what, where will we go? Oh, let's go to Abhay Charanavinda Prabhu's house. Brahmacharis, если они иногда проповедовали там в Калькутте где-то допоздна, до среди ночи, а потом думали, а где теперь заночеваете? Думали, да, идем в дом Абхай Чаранаравинды и пойдем постучим. And they would show up. Они могли заявиться туда поздно ночью. And very happily he would receive them. Он всегда с радостью принимал. Give them a place to stay. Тут же выделял им место там. Sometimes many came, there was not so much room, and he gave his own bedroom. He said, "Oh, you sleep here," and he went and slept on the couch in the living room. Иногда столько брахмачари тогда заявлялось, что невозможно было их там всех разложить на матрасе. Он отдавал собственную спальню, говорит, спите тут, и сам шел спать на диване. Even though he had met Srila Bhaktisiddhanta Thakur before them, but because he did not take initiation for many years, others who came later, they were initiated before him, and he showed great respect to them as seniors. То всегда он почитал всех вайшнавов как старших, потому что несмотря на то, что он встретил Бхактисиддханту Сарасвати Такура гораздо раньше многих брахмачари, но так как они получили инициацию гораздо раньше, чем он, то по статусу они уже считались старше. Поэтому он всегда был очень уважительным. So while they were sleeping in his room, he was sleeping on the couch, and then he would wake up early and cook breakfast for everyone. Пока брахмачари там спали в его спальне, он спал на диване где-то в гостиной, рано утром просыпался первым, там начинал готовить завтрак для всех. So how he was such Guru Das Anudas Anudas, the servant of the servant of the servant of his spiritual. То есть всегда с готовностью служил слугам своего духовного учителя. In those days in the 1930s, Srila Prabhupada went to Vrindavan. В 30-й год, там, в 1930-м или в каком-то из этих лет, Бхактисиддханта Сарасвати Такур отправился во Вриндаван. So there's a beautiful place there. It's the highest place in Vrindavan called Dwarasaditya Tila. And Madan Mohan Temple is on the top and the Bhajan Kutir of Srila Sanatana Goswami. И самое такое высокое возвышение во Вриндаване, самое высокое место, это Dwarasaditya Tila, на котором расположен храм Мадан Мохана. So there was one old Babaji named Madhav Das Babaji. Там жил пожилой Бабаджи Мадав Дас. And Srila Prabhupada was a young Grihastha. He came to Vrindavan with his brother, and when he came there to the Bhajan Kutir of Sanatana Goswami, he asked, "Can I stay in a room here?" And that Madhav Das Babaji gave him a room to stay for 2 weeks. Who? Srila Prabhupada, вместе со своим братом, это Прабхупада приехал во Вриндаван. То есть Шрила Прабхупада приехал во Вриндаван, он отправился туда в Двадашадитья Тилу и попросился у этого Мадава Бабаджи пожить там вместе со своим братом, погостить. Они хотели совершать баджан. So that Бабаджи noticed. И Бабаджи заметил. That this person who has come is different. Он подумал, это он необычный, вот отличается от других, которые приезжих. He is not visiting the temples of Vrindavan. Он не ходит каждый день по храмам Вриндавана. And he is not going on parikrama also. И на парикраму тоже не отлучается каждый день. He is just sitting on the top of the hill and day and night chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Completely absorbed in Harinam. Он стал присматриваться к виду, говорит, этот гость только сидит там всегда с джапа малой в руке на холме и полностью сконцентрированно днем и ночью воспевает Харинаму. By the mercy of his Gurudev with great taste. То есть и по милости его Гурудева у него было много вкуса к воспеванию Харинамы. So in this way, he passed his household years. Таким образом, Шрила Прабхупада провел много лет своей семейной жизни. Once, my farm in 1947. В 1947 году.
Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj was in Bengal and he was speaking at a very huge Pandal program on the stage. And my Gurudev was there, watching and taking notes. Мой Гурудев был там, слушал своего учителя и записывал внимательно каждое слово. After some time, one householder devotee arrived, and Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj got up from his seat and welcomed him and voted him and gave him a seat next to him on the stage. Гурудев с удивлением увидел, что вдруг появился один грехаста преданный, он зашел туда в пандал. И вдруг Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж тут же встал с ее сасаны, пошел к нему, поприветствовал и подвел и усадил рядом с собой. And my Gurudev thought, who is this very handsome grihastha? Моему Гурудеву сразу стало любопытно, а кто этот такой видный грихастха? I have never seen my Gurudev stop everything and welcome such a person, then sit him on the stage next to him like this, giving him so much honor. Кто этот человек? Потому что никогда не видел, чтобы Гурудева мог так все прекратить. Ну, то есть он поставил все на паузу и пошел его приветствовать, усадил с собой. Это явно кто-то очень важный для него. So my Gurudev asked his Gurudev, who is he? И мой Гурудев пошел спросить своего Гурудева, кто это? Шрила Госвами said, oh, that is Abhay Charanaravinda Prabhu. He is very humble and very learned and very dear to my Prabhupada Srila Bhakti Saraswati Thakur. Param Gurudev сказал, да, это Абхай Чарананаравинда Прабху. Он очень кроткий, он очень смиренный, очень ученый и дорог сердцу моего Гурудева. You should serve him. Служи ему. And listen to him. И слушай его. And learn from him. И учись у него. Обучайся. So, from the very first day my Gurudev met Srila Prabhupada, then that strong connection was there. То есть это было знаменательным знакомством с самого начала, то есть с первого момента знакомства мой Гурудева уже понимал, что это особенная личность перед ним. And Srila Prabhupada himself wrote a letter. А позже Srila Prabhupada сам написал письмо. You can read, we have printed the original letter in the handwriting also with the transcription typeprint also. Many years later when Srila Prabhupada was in the West, he wrote to my Gurudev, he said, the first time my Gurudev, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, looked upon me, at that moment, I understood the meaning of love. Уже много лет спустя, когда Шрила Прабхупада проповедовал там на Западе, в Америке, то он написал письмо нашему Гурудеву. И в письме он написал, когда мой Гурудев Бхактисиддханта Сарасвати Такур впервые направил свой взор на меня, я понял, что такое настоящая любовь. And when I met you, he said to Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, and when I met you for the first time, I looked upon you with the same love. Когда мой Гурудев впервые обратил на меня взор, пишет Шрила Прабхупада, я понял, что такое настоящая любовь. И когда я впервые встретил тебя, я посмотрел на тебя с такой же любовью, он пишет нашему Гурудеву. Our relationship is on the platform of spontaneous devotion, Рагануга Бхакти. Наши отношения с тобой, они находятся на уровне Рагануга Бхакти, спонтанной преданности. So you can see it in Srila Prabhupada's own hand. Has he written about, like this about anyone? Это сам Шрила Прабхупада пишет его почерк. Вы можете проверить, он кому-то другому такое писал? Кто-то может сказать, что ему такое письмо пришло от Шрилы Прабхупады? So once my Gurudev accepted Srila Prabhupada as his Shikshi Guru there and then, and Srila Prabhupada himself has confirmed there eternal transcendental relationship. То есть с того самого дня мой Гурудев относился к Шриле Прабхупаде как к своему Шикшагуру. И Шрила Прабхупада подтвердил вот эти отношения духовной, этой любви и близости в этом письме. So, when it came to about 1950, где-то в 1950 году уже, Шрила Прабхупада was about 54 years old. Когда Шриле Прабхупаде было где-то 54, then Srila Sridhar Maharaj was staying upstairs in the Gaudiya Math in Srila Prabhupada's house. В это время Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж с Брахмачари жил на втором этаже
второго дома Шрилы Прабхупады. And in the middle of the night, about 1 o'clock or 2 o'clock in the morning, there was a on the door. Однажды где-то в час ночи он услышал стук в дверь. And Srila Sridhar opened the door, and it was Abhay Charanaravinda. Sridhar Maharaj открыл дверь и увидел, на пороге стоит Абхай Чарнаравинда. And he was shaking with emotion. Абхай Чарнаравинда дрожал прямо от переизбытка эмоций. He said, Gurudev just came to me in a dream. Ну что, Гурудев сейчас пришел ко мне во сне. And he ordered me, you have to take sannyas and preach. Он приказал мне принять саньясу и проповедовать. Hmm? So I have come to you, please. Я пришел к тебе, давай мне саньясу. Srila Sridhar Maharaj was a very close friend of Srila Prabhupada's family on his father's side, on his wife's side, the Day family and the Malik family. Но Srila Maharaj, он близко дружил с родственниками Srila Prabhupada, то есть родственниками со стороны его жены, с его родителями, он знал всех там. And there were very big, powerful, influential families supporting the Gaudiya Math. Это были такие влиятельные семьи, которые спонсировали там Gaudiya Math. Они были такие. Srila Sridhar Maharaj was thinking, oh. Srila Maharaj думал, давайте мы сейчас саньясу, я не знаю. If I would give him sannyas, they will all turn against me. Он понимал, сейчас я ему дам саньясу, они все вернутся против меня, там ополчатся эти семьи. And it's very, very abrupt. То есть что-то все так быстро тоже. So he said, look, why don't you just not take sannyas now? Он сказал, нет, зачем тебе прямо вот сейчас принимать саньясу? But you should speak to your family and let them know that in the future it is your ambition. So they slowly, slowly get used to the idea. Не надо таких. Otherwise, many persons may turn against them. Просто очень резких таких решений не надо принимать, потому что будет ну такой всплеск в семье. Давай ты просто начни разговор с семьей, что вот у тебя в планах со временем принять саньясу, и чтобы они понимали, готовились к этому морально. So then, Abhay Charanaravinda Prabhu, he was not convinced, no, but reluctantly he accepted Maharaj's words and he went back to his house. Но это не полностью. I mean, same house, another part of the house. То есть не совсем убедил Абхай Чарнаравинду, но все же он попрощался, пожелал спокойной ночи и пошел на свою половину дома. So then, a few weeks later, через несколько недель, about 1 o'clock in the morning, час ночи, Srila Sridhar Maharaj woke up again and opened the door. Srila Sridhar Maharaj снова проснулся, стукал в дверь, открыл ее. There was Abhay Charanaravinda Prabhu. Там снова стоял Абхай Чарнаравинда, тоже трясся опять. He said, Gurudev came to me again. Гурудев снова пришел ко мне. And he has insisted, I have to take sannyas. Он настаивает, что я должен получить саньясу. Srila Sridhar Maharaj said, well, why don't you take Bahudak sannyas? Srila Sridhar Maharaj сказал, а чего тебе не принять Bahudak sannyasу? It that means that you're not involved in any social affairs, but you get a place not too far away from your family. They can still come to see you now and then. It's like a step in that direction. То есть это как шаг, такой подготовительный в направлении полноценной саньясы. Ты отстранись от всех там семейных дел, социальных обязанностей, но далеко не переезжай, просто поселись неподалеку от своей семьи. So then, Abhay Charanaravinda Prabhu said, no, no, no. Abhay Charanaravinda сказал, нет. I cannot follow this. Не хочу я так. This is not my idea, this is the command coming from above. Вы что, не понимаете, что это не моя идея принять саньясу, но это команда свыше? And disappointed that Srila Sridhar Maharaj would have given sannyasi. Очень разочарованный, что ему отказывается давать саньясу, он опять удалился. Then early in the morning the next day, а уже рано утром, Srila Sridhar Maharaj could hear a great commotion going on in the house. Wailing and gnashing of teeth. То есть в этот уже к утру он услышал какие-то там вопли из дома, Шрила Прабхупада, какую-то возню, там шум. Он подумал, что там происходит. So, Abhay Charanaravinda Prabhu had disappeared in the night. Он узнал, что этой ночью Абхай Чарнаравинда сбежал из дома, что он исчез. He did not take any clothing or suitcase or money or prasadam or anything, just disappeared and no one knew where he went. Никто не знал, куда он делся, просто ничего, все было в доме, там одежда его, там все ценные вещи, все было там, кроме него самого.
And Srila Bhaktiraksha Chidamraj, who loved him very much, he felt, oh, this is a great loss for me, that I have lost this Vaishnava association. И Бхактираша Ришида Махараджи искренне расстроился, потому что он очень любил общаться с Шрилой Прабхупадой, и понял, теперь у меня не будет этой возможности общения. So, Srila Prabhupada was preaching for some time here and there. Шрила Прабхупада там в разных местах проповедовал какое-то время. And after some time, he came to Mathura and was staying in a dharmashala by Bengal, if you know Mathura, just to the right side of the Vishram Ghat, the main holy ghat there, is the Bengali Ghat. So he was staying in a dharmashala there. И то есть какое-то время Шрила Прабхупада он путешествовал, он проповедовал, и наконец-то он добрался до Матхуры, и он поселился в общежитии рядом с бенгальским гатом, там у Вишрамгата в Матхуре справа там есть бенгальский гат, и там была дармашала. Just there is Mahaprabhu Baitak, that is the sitting place where Chaitanya Mahaprabhu, when he came to Mathura, he sat on the bank of Jamuna and chanted Hari Nam. Там расположен Чайтанья Байтак, то место, на котором Махапрабху сидел, воспевал Харинаму, когда он совершал паломничество по Враджа-мандале. So in those days, my Gurudev, he was in charge of Keshavji Gaudiya Math in Mathura. А в то время мой Гурудева, он заведовал Кешавджи Гаудия Матхом в Матхуре. He had already taken sannyas in 1954. К этому времени он сам уже он принял саньясу в 1954 году. And every day he used to go there to the ghats of the Jamuna to offer prayers to Jamuna Devi. Но каждый день Гурудева выходил туда к Вишрамгату, к берегу Ямуны, чтобы помолиться Ямуне Деви. So one morning he was there and he saw, oh, Абай Бабу. Однажды what are you doing here? Гурудев вышел на даршан к Ямуне и вдруг увидел знакомое лицо рядом. Абай Бабу, да вы что тут делаете, Абай Бабу? And where are you staying? А где вы живете? Шрила Прабхупада сказал, oh, in the dharmashala just here. Шрила Прабхупада сказал, да вот в этом общежитии я остановился. My Gurudev said, oh, why do you stay there alone? Please come and stay with us. И Гурудев сказал, да что ж вы так, ну зачем вы там в одиночестве живете, давайте сейчас скорее к нам в Матх заселяйтесь. And Srila Gurudev went to his room. И наш Гурудев пошел в комнату Шрила Прабхупады. Now we had a little, very small suitcase, and Gurudev grabbed his chadar from his bed, put it in the closet. И в то время Шрила Прабхупада обзавелся крошечным таким саквояжиком, и Гурудев стал складывать там чадар, все, что там несколько вещей было в этот саквояж, закрыл его, говорит, пойдемте к нам. And carrying Srila Prabhupada's suitcase in one hand and holding Srila Prabhupada's hand with the other, he took him to Keshavji Gaudiya Math. И с таким удовольствием, таким очевидным восторгом, энтузиазмом Гурудев в одной руке он нес этот саквояж, а другой рукой держал за руку Шрилу Прабхупаду и торжественно вел его как почетного гостя в Кешавджи Гаудия Мат. Gave him one small room there, which is now the room just next to where the kitchen is. И там он разместил Шрилу Прабхупаду в одной комнатке. Эта комнатка сейчас рядом с кухней находится. I used to stay just in the room next to it. Я там жил в этом матке позже, гораздо позже, в комнатке рядом с той. Often used to go into that room. И часто заходил туда. Я там чистил картошку. It was a great joy to think, oh, Srila Prabhupada, this is the first place he stayed when he was living сидеть, так радовался, чистил картошку, и думал, Шрила Прабхупада, это первое место, где он так жил во Вриндаване, ну, во Враджа-мандале. Still, the old wooden beds were there. I felt very blessed to be able to touch those. И там тогда еще стояли деревянные кроватки, ну, кроватка, на которой он спал, я все время касался этой кроватки. Where Srila Prabhupada used to sit. Но там Шрила Прабхупада сидел там. And though my Gurudev always saw him as a Shikshi Guru, he used to say, oh, come and sit with me, and they would sit together on the same seat. То есть там чан такой. Несмотря на то, что Гурудев всегда к нему относился с почтением, как Шикша Гуру, Шрила Прабхупада всегда его приглашал сесть рядом с собой там. Шрила Прабхупада was very jolly. Шрила Прабхупада был таким веселым. And he used to stay awake almost all night writing. И всю ночь напролет он проводил в труде, он писал время. And then in the morning to sleep a little. И лишь немножко спал под утро. He used to keep sweets, candy in his pockets. У него в кармане всегда были какие-то там конфетки. So if any child came to the mat, then he would give them a sweet. And in this way encouraged them to come every day and attend the kirtans and have darshan.
Если дети забегали в храм, то он тут же угощал детей конфетками, и, конечно же, дети начинали приходить чаще в храм, то есть он поощрял то, что они приходили там на даршан, на Шишрада Винот Бихари, на киртаны. So he was very jolly and very kind to everyone. Он был всегда в таком хорошем расположении духа, всегда добрым, отзывчивым ко всем, общительным был очень. After some time, Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj came from Navadvip to Mathura. Через какое-то время Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, наш Парам Гурудев, он вернулся из Навадвипы в Матхуру, в свой мат. Srila Prabhupada and Srila Bhakti Pragyan Kesava were very, very close friends. Он обрадовался, что Srila Prabhupada живет там в Матхе, потому что они были близкими друзьями. And my Gurudev said to Srila Prabhupada, you should take sannyas. Now my Gurudev has come, you should take sannyas from me. И тогда, когда вернулся Парам Гурудев, наш Гурудев стал подстрекать к Шрилу Прабхупаду, говорит, так, давай проси саньясу, пора получить саньясу. Srila Prabhupada said, oh, when I was young, I read one verse of Srimad Bhagavatam. Jasya aham anugrahami hariseta dharam shanai. Krishna said, when I give my mercy to someone, I take away everything. Шрила Прабхупада на эту идею ответил, когда в юности я прочел один стих Шримад Бхагаватам, в котором Кришна говорит, когда я являю свою полную милость человеку, я забираю у него все. At that time I had family and money and business, and I was wondering, oh, when will that day come? But he says, come now, I have lost everything. И он говорил, в то время Кришна has taken away everything. Прабхупада говорит, в то время, когда я прочел этот стих, у меня было все, семья, деньги, бизнес, друзья, говорит, и я думала, когда вот эта милость придет в мою жизнь, но теперь я понимаю, она уже пришла, потому что у меня уже ничего нет. I knew this day would come, and I had fear. Говорит, я так страшился этого дня, я знал, что этот день наступит, но я его боялся. So there was one very old brahmachari named Sanatan. А в Матхе в это время жил один уже такой старенький брахмачари. I'll take sannyas when Sanatan takes sannyas. И чтобы подшутиться от этой саньясы, Шрила Прабхупада говорит, да я приму саньясу, когда Санатан примет саньясу. So he was old. When persons get that old, then they generally don't take sannyas because it means you have to go preaching. So when you're that old, usually they'll stay and do bhajan in the mat. Санан был уже настолько старенький, что в таком возрасте никто саньясу не принимает. Потому что принять саньясу значит, ты должен активно проповедовать, а он уже просто, ну, может там сидеть, джапу воспевать только в храме. But to everyone's surprise, Санан said, I am ready, I'll take sannyas tomorrow. Но, услышав эту шутку, к всеобщему изумлению, Санан вскочил, говорит, а я готов хоть завтра принять саньясу. So then they spoke to Srila Bhakti Pragyan Kesava, he agreed. Они пошли поговорить в Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджа, он согласился дать всем саньясу. So then my Gurudev, he ran to the marketplace in Mathura to buy bamboo sticks and cut them, and he personally bought the bamboo sticks and with his own hands made Srila Prabhupada's danda. Мой Гурудев воодушевился, помчался на базар, тут же купил бамбуковые палочки, там ткани новые, своими руками сделал данду для Шрилы Прабхупады. He got new cloth and cut it into the Uttariya, Bahivas and door coping. Купил ткань. Four aspects of sannyas clothes. Там разорвал её. And he dyed it also. Покрасил ткань в том шафран, разделил ее на все эти копину там и Уттарию, все эти четыре Бахирвас, все эти четыре составляющих одежды саньяса. And Srila Bhakti Pragyan Kesava Maharaj gave Srila Prabhupada the Gopi Bhav mantra. И Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж дал Гопи Бхава мантру, то есть саньяс мантру дал Шриле Прабхупаде. And after giving this mantra, then my Gurudev did the fire sacrifice. А мой Гурудев уже провел ягью для Шриле Прабхупаде. So Srila Prabhupada already had the title Bhaktivedanta when he was a householder. Когда еще Шрила Прабхупада был грихастой, у него уже был титул Бхактивиданта. And it just so happened that Srila Bhakti Pragyan Kesava Maharaj would give this title to all his sannyas disciples. Но так совпало, что Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж давал этот титул как приставку ко всем именам всех своих саньяси. So many sannyasis today, they put the name Swami after their name, Swami or Goswami. But out of 108 names for sannyas in Shastra, one of them is Swami. So Prabhupada's name Swami is not the title that he's a Swami, it's actually his sannyas name. So he became Srila Bhaktivedanta Swami.
То есть нужно понимать особенности во имени, что Бхактивиданта с вами. Очень часто саньяси используют эту приставку с вами после своего имени, там Тиртха с вами. То есть указывают на статус, что они саньяси, махарадж. Но одно из 108 имен саньясы – это с вами. То есть это и есть его имя. Он с вами, с вами. Бхактивиданта с вами, с вами. And there was one devotee there who had saved up some money, 5 paisa. И там был один преданный, который он там накопил 5 копеек, 5 пайса. And with this 5 paisa, it was enough to pay a photographer to come and take one snap. И на эти 5 копеек. So there's a famous photograph of Srila Bhakti Pragyanakeshava sitting in the middle, and Prabhupada on one side, and that Sanatan became. Муни Махарадж, Бхактивиданта Муни Махарадж, that famous photograph is there. Все времена за 5 копеек можно было нанять фотографа. И вот фотограф пришел и запечатлел вот эту историческую фотографию, которую мы сейчас все можем увидеть. Там, где нашего Парамгурудева, Санатан по одну сторону, Шрила Прабхупада, там они уже с саньяс дандами стоят. So, then Srila Prabhupada was staying in the Gaudiya Math and he wrote his first book in English. And that was the first book of his that I ever read. When I was a boy, that is easy journey to other planets. И когда Шрила Прабхупада жил в первом Гаудия Матхе, он написал первую книгу на английском. Это как раз оказалась первой книгой, которую я прочел из его книг. Это легкое путешествие к другим планетам. Because at that time the space race was on. Who will be the first in space, Russia or America? В то время шли звездные эти гонки там, кто первым попадет в космос, Россия или Америка. So he was writing about that which was fascinating for everyone at the time and connecting it with the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu. Шрила Прабхупада всегда оставался там на волне времени, то есть он был осведомлен о том, что происходит, что интересует людей в мире, и всегда вот затрагивал эти темы, чтобы агитировать людей на бхакти. So then after some time, something very significant happened. Srila Prabhupada moved from Kesari Gaudiya Math in Mathura and he took 2 small rooms in the temple of Radha Damodar, or just overlooking the Bhajan Kuti and Samadhi of Srila Rupa Goswami Maharaj. Через некоторое время что-то знаменательное случилось, что Шрила Прабхупада решил переселиться в Радха Дамодар Мандир, в комплекс туда. Он снял 2 крошечные комнатки, вид из которых из окошка выходил на Самадхи Рупа Госвами Пати. Бхаджан Кутиру он видел из окошка. И переселился во Вриндаван. It is very significant. Это очень значимо. Mm-hmm. Because Srila Rupa Goswami is the leader of all the Manjaris, the maid servants of Shrimati. Рупа Госвами в своем трансцендентном облике Рупы Манджари, так главное среди всех служанок Радики. So why did Srila Prabhupada go there? Почему Шрила Прабхупада решил переселиться прямо там, рядом с Рупой Госвами? Some people say that Srila Prabhupada is a cowboy in Sakyarasa. Некоторые люди выдвигают такие идеи, что Шрила Прабхупада в Сакьярасе, он пастушок, но приянарма. So they also make some arrangements for Krishna's meeting with Braj Gopis. То есть они говорят, ну да, он тоже участвует там, он организовывает встречи Кришны с Гопи. But Subal, they are the Prinamasakas are the followers of Subal. No, Priyanarmasaka, они последователи Субала. And Subal appeared in Gauri Lila as Gauri Das Pandit. А Субал явился в Гора Лилах как Гори Дас Пандит. And his Samadhi is also there, just nearby, in the Dir Samir. И Самадхи Гори Дас Пандира тоже расположена во Вриндаване рядом с Дир Самиром. So he could have gone and done bhajan at the bhajan kutir of the incarnation of Subal. Если он выбирал место для своей бхаджаны, то он осознанно бы тогда выбрал место рядом с тем местом самадхи. Why would he go and do bhajan at the bhajan kutir of the incarnation of Rupa Manjari? Почему он выбрал быть рядом с Рупой Манджари? Especially after receiving Gopi Bhava mantra. Особенно после того, незадолго до этого он получил Гопи Бхава мантру от моего Парамгурудева. So there was
one old lab, approximately in Hridayananda Das Babaji. Там рядом с Радха Дамодаром жил Хридаянанда Дас Бабаджи, пожилой папа. Some of you to see him when he was more than 100 years old. Некоторые из вас пошли со мной на даршан, в Бабе уже было за 100 лет в то время. He was doing bhajan nearby, just adjacent to the Radha Damodar temple, and he said he remembered many years ago when he was a young man, in the middle of the night, he could hear someone crying. И вот этот папа жил прямо там, рядом с выходом из Радха Дамодара, там у него была комнатка в здании, прилегающем к этому зданию, и он рассказывал, он делился воспоминаниями, говорит, в юности я помню, там я слышал плач громкий ночью. Ха-ха, рупа коридоя, дейо море панеца, о, рупа госвами, please, give your mercy to me. Я слышал плач, молитвы, о, рупа госвами, пролей свою милость на меня. And he saw Srila Prabhupada crying and sweeping in front of the bhajan kutir of Rupa Goswami in the middle of the night. Пошел посреди ночи поглядеть, кто там плачет, и увидел, что это Шрила Прабхупада, он там мечет двор рядом с самадхи бхаджан кутира и Рупа Госвами, и плачет. Он там совершал интенсивный бхаджан. And in the daytime he was writing. То есть по ночам он молился постоянно, днем он писал. He began to write his Back to Godhead magazine, which was just one piece of paper. Folded in half means four pages. Стал печатать свой это обратно к Богу журнал, но в то время это как листовка была, один листик, который он складывал там двое. He used to go to Delhi to print it. Он ездил в Дели, чтобы напечатать. And then he used to go to the cafes and train stations and approach people and give them his publication that he had written, edited, printed and distributed all by himself alone. То есть он сам писал статьи для этого журнала, сам ездил, печатал в Дели, потом ходил там на вокзалы, на разные станции, там автобусные, рестораны, там кафешки, подходил и предлагал вот этот журнал там людям, рассказывал им о Кришне. His determination to serve the mission of his Gurudev was the anirvachaniya, indescribable. Все в одного. И вот анирвачание, неописуема была его преданность и верность, миссии своего Гурудева. Srila Prabhupada, he said that he was very inspired by Srila Vishnu Thakur's commentary on the Bhagavad Gita verse 241. Vyavasayatmika buddhiya ekaya kuru nanda bahusakaya nantasya buddhiya vyavasayinam. Those who are on this path are resolute in their purpose and their aim is one. Шрила Прабхупада рассказывал, что его очень вдохновляли комментарии Шрилы Вишванатхи Чакрабарти Такура на стих из Бхагавадгиты, 2 главы, 41 стих, он был, что, в котором Кришна говорит, что те, кто идут этим путем, они сфокусированы, направлены, у них одна цель. The intelligence of those who are irresolute is many branched. Те, кто нерешимы, у них разветвленный разум. So Srila Vishnu Thakur Thakura said, in this verse, it describes the shishya abhimana, the mood of the disciple, that his entire intelligence has only one focus. How can I fulfill the mission of my Gurudev? В своих комментариях на этот стих Вишванатха Чакраварти Такур пишет, что вот ученика не должно быть никаких этих разветвленностей разума, что у него все там одно направление разума, это как угодить своему Гурудеву, как исполнить его миссию. And those who are not focused, then their mind goes in so many different directions. А те, кто рассеяны, их сознание, а сознание ветвисто, а эти ветки не что иное, как разные вот эти желания, абилас и чувственное наслаждение. One day, Srila Prabhupada was distributing in a very hot sun and he fainted. Однажды Шрила Прабхупада ходил, распространял свой журнал так, в жару и под палящими лучами солнца, он получил солнечный удар и потерял сознание на улице. On another day he was distributing his magazine and he was attacked by a bull. He was gored by the horns of a bull and knocked unconscious, bleeding in the street. А в другой раз, когда он тоже ходил по улицам и распространял свой журнал, один бешеный бык ударил его рогом прямо в тело, как пронзил до крови тело, и Шрила Прабхупада отлетел и упал на землю.
But you could see it when all of them, unconscious on the ground, these magazines here and there, you would think, what will come of this? Nothing. Если бы вы проходили мимо в этот момент и увидели этого пожилого человека, который лежит на земле, истекая кровью, вокруг него лежат эти листовки, эти but, странички, и что бы вы подумали, какое у него будущее? But he never gave up. Думали, что он может добиться, но он не сдавался никогда. Thank Krishna that he never gave up, otherwise we would, none of us would be here. И поблагодарите Кришну за то, что Шрила Прабхупада не сдавался, потому что где бы мы с вами сейчас были вообще? But in those days, he started to write his commentary on the first canto of Srimad Bhagavatam in 3 volumes and published it in Delhi. И в то время он уже начал писать комментарии на первую песню Шримад Бхагаватам в 3 томах и опубликовал эти книги в Дели в типографии. And my Gurudev often used to visit him there in Radha Damodar. Мой Гурудев часто навещал Шрилу Прабхупаду там в храме Радха Дамодара. Prabhupada used to say, I'm going to go to the West. И Прабхупада делился с Гурудевом, а я поеду на Запад. My Guru said, but what will you eat? What will you eat meat? Спросил, что ты там кушать-то будешь? Они что-то мясо едят. Srila Prabhupada said, he was echoing the sentiment of his Guru. He said that, I will go there and I'll make a hostel and I'll invite young people to come and stay with me. And even if I have to cook meat to give to them, I'll do it as long as they promise to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Ещё Прабхупада всегда помня суть учения своего гуру, то есть понимая настроение своего гуру, да, он сказал, я вот когда я приеду на Запад, я открою общежитие, и я буду приглашать молодежь жить там со мной в этом общежитии. И даже если мне придется, я готов готовить для них мясо, если взамен они пообещают мне, что они будут повторять Хари Кришна Махамантру. My Gurudev was astonished by his determination. Вот это поражало моего Гурудева, вот это настроение, эта уверенность такая Шрилы Прабхупады. So as they were speaking like this, Srila Prabhupada, he used to roll chapatis. And I give them to my Gurudev, and my Gurudev would put them on the fire and give some ghee, and then Srila Prabhupada would offer to Radha Damodar, and they would take prasadam. Ну так они беседовали, потом они там Шрила Прабхупада раскатывал эти чапати, передавал чапати раскатную Гурудеву, Гурудев ее жарил, и потом они предлагали Радха Дамодару вместе почитали Махапрасад. In about 1997, we were in Varsana on Parikrama. Однажды, когда в 1997 году мы были на Варшане на Парикраме. And the Pujapad Srila Bhaktivedanta Nemi Maharaj, that time he was a Gyanadas. И тогда Пуджапад Бхактивиданта Неми Махарадж, который в то время был Гьянадасом. So on Prabhupada's disappearance day, he said, this pastime of Srila Prabhupada and Gurudev making chapatis is eternal. И тогда он выступил, вот свою Шрадха Пушпанджали преподнес в день ухода Шрилы Прабхупады во время картики. Он сказал, что вот эта лила того, как Гурудев вместе с Шрилой Прабхупадой готовит чапати, это вечная лила. He said, we are those chapatis. Мы и есть эти чапати, которые они готовят. Srila Prabhupada took us, we were completely raw. Мы были сырым тестом, когда Шрила Прабхупада взял нас в руки. But he made us into some shape. Он раскатал нас, придал нам какие-то очертания, там, форму. The shape of a devotee, and then gave us to Srila Narayanaraj, and he put us in the fire and made us become cooked. Он дал нам and ready to offer to Krishna. Мы были совсем сырыми, но Шрила Прабхупада раскатал нас немного, придал нам очертания внешней преданности, потом передал нас Шриле Гурудеву, и вот он уже нас готовит, чтобы мы, чтобы предложить Кришне. So after some time, Srila Prabhupada, he got a place on cargo ship going to America. И через какое-то время Шрила Прабхупада, у него получилось выбить себе местечко на грузовом судне, которое из Индии шло в Америку. Three months. Три месяца длилось это путешествие.
And he was very sick. He had two heart attacks. В это время у него было три инфаркта, вернее, два инфаркта за вот это три месяца. He thought that he might die before even arriving. То есть он уже думал, что я не доплыву до этой Америки, я туда не попаду. And then he arrived in Boston. Но он все же прибыл в Бостон. I went there to the harbor where he arrived. Я ходил туда в этот залив. On the day that he arrived. В день, ну, когда преданные празднуют день приезда Шрилы Прабхупады в Америку. Я тоже там был. And then from Boston he came to New York. Уже из Бостона он отправился в Нью-Йорк. And he took a small room in the most terrible slum area, full of drunkards and drug addicts. И там он снял крошечную комнатку там в полном бомжатнике, в том самом таком жутком районе, где живут наркоманы, алкаши, бомжи. They were falling unconscious in the stairway going to his. Даже когда он сбирался по лестнице дойти за свою комнату, ему приходилось переступать через там тела этих пьяниц и так далее. And he got a typewriter and he was typing. Приобрел себе печатную машинку и стал печатать. A thousand pages he typed his commentary to Bhagavad Gita as it is. Напечатал 1000 страниц комментариев Бхагавад-гите, как она есть. And then in the day he used to go out, and my Gurudev in India was sending his books from the storehouse in Delhi. А днем Шрила Прабхупада выходил распространять книги, а мой Гурудев посылал ему из Индии, там из хранилища, где вот эти все напечатанные книги лежали, он ему периодически посылал их посылками. Later when Prabhupada's preaching became successful, Gurudev was sending pradangas, cocktails, deeds, and Prabhupada's favorite sweet, Mathura Pera. Позже, когда уже миссия стала успешной, Гурудева посылал бриданги, караталы, божества и любимые сладости Шрилы Прабхупады из Матуры, это Матурская пера. То есть Гурудева всегда издалека, на расстоянии, содействовал всяческим миссии Шрилы Прабхупады. So Srila Prabhupada used to go here and there trying to sell his Srimad Bhagavatam. И Шрила Прабхупада ходил повсюду, пытался распространять Шримад Бхагаватам. But it was very difficult. Но было сложно очень. One day, while he was out thief to get money for drugs, broke into his room and stole his typewriter and his manuscript of Bhagavad Gita. То есть однажды пока So all of his work was gone. Пока Шрила Прабхупада отсутствовал, какой-то наркоман там, ради того, чтобы там накрасть что-то, чтобы продать, купить наркотиков, он ворвался в комнату Прабхупады, украл печатную машинку и еще заодно этот манускрипт отпечатанный прихватил. То есть сразу Шрила Прабхупада потерял и машинку, и все это время, и всю эту работу, которую он делал, 1000 страниц печатал. He did not give up. Но он не сдался. Again, не отчаялся, нашел другую машинку и заново отпечатал. Could not save the files with the computer. В то время компьютеров не было, где на флешке можно сохранить файл было. And Srila Prabhupada was trying to sell his books. Он пытался продать эти книги кому-то. And he would get a little money, and by this money he would buy some dal to stay on. То есть он выживал, он распространял книги, какую-то денежку крошечную получал, и на это он питался. Он покупал рис, дал. So in his diary you can see what today I sold one book. То есть у него он вел дневник, и вот даже в этом дневнике можно прочесть: сегодня я продал одну книгу. I can buy some dal. Я смогу купить дал. Oh, now I only have 50 grams of dal left. Там через какие-то дни пишет, осталось 50 грамм дала у меня. Today I could not sell a book. Сегодня не удалось ничего продать. And I have no dal. Today I am fasting. И дала не осталось, поэтому я буду поститься сегодня. And winter time in New York is very cold. А вы знаете, какие холодные зимы в Нью-Йорке? And Srila Prabhupada just said. Plastic shoes and a cloth hat from Loy Bazaar, you see. Там зимы как в Москве, а у него были пластмассовые сандалии с Loy Bazaar и шапочка вот такая розовая, тоненькая. And so he felt, I am a complete failure. И то есть он был в полном отчаянии, он думал, я полный неудачник, я ничего не сделал в миссии, ничего не получилось. If after one year nothing happens, then I will have to go back to India. Он подумал, ладно, я дам себе еще год. Если за год у меня ничего не получится, я вернусь в Индию. But still somehow or other. Но все же. He kept up his optimism. Но все же он бодрил себя всячески, бодрил себя и старался продолжать действовать. He used to walk on the shore of the ocean. Он гулял на берегу океана. And there was one old Jewish man used to walk there as well.
sat down on the bench and Srila Prabhupada sat down next to me. Он всегда гулял там одно время с одним пожилым евреем, который тоже вот там прогуливался, и они садились на одну и ту же скамейку. So that person, he said, he was very friendly. И пожилой еврей был такой добродушный, веселый. He said, oh, how old are you? Он был любознательный, он спросил, а сколько вам лет? 70-something. Он сказал, 70. Prabhupada was about the same. Ну, Прабхупад, вдруг это ровесник Прабхупады был. Prabhupada said, do you have all your teeth? А Прабхупад спросил, а у вас зубы свои? And he said, I have all of mine. И он улыбнулся, как у меня все почти свои. Then that old man said, yes, so what do you do? А потом этот дядечка спросил, а чем вы занимаетесь? Srila Prabhupada said, I am the founder of an international spiritual society. А Шрила Прабхупада сказал, я основатель международного духовного общества. With the temples and communities all over the world. В нашей организации множество храмов и общин по всему миру. And that old man was surprised, really? Этот еврей удивился, он сказал, да? Шрила Прабхупада said, no. Шрила Прабхупада сказал, ну не совсем. But it's only a question of time. Пока нет, но все же это вопрос времени. So he kept his optimism. То есть он всегда надеялся, он видел будущее. And after being very strongly tested by Krishna. То есть как же тяжко Кришна ему, какие испытания Кришна ему выдержал? After undergoing so many trials, tribulations, and facing many obstacles, even up to starvation. И голод, и проблемы со здоровьем. And bad health. Инфаркт. Это жизнь в каком-то бомжатнике с такими отстойными вообще существами рядом. И вот это время все, и холод, и ну, всяческие неудобства, вот эти кражи, все это Кришна его испытывал. Then one day. Но в один прекрасный день Шрила Прабхупада went to Tompkins Square Park. Шрила Прабхупада отправился в Tompkins Square Park. And he sat down between beneath one big tree. Просто сел под одно такое дерево большое. And closed his eyes. И закрыл глаза. And just began to sing. Просто запел. Shri Krishna Chaitanya. Intoxicated on drugs and alcohol, gave up their drugs and alcohol and came and began to dance around him. И пока Шрила Прабхупада так сидел под деревом в парке и пел, вдруг по одному, по два, там группками по три, вдруг эти грязные хиппи, которые все там были пьяные, на наркотиках, все там оставили позади свои бутылочки, стали подходить к нему и пританцовывать под его пение. And they surrendered to him and became his disciples. И все эти люди, они приняли покровительство у Шрилы Прабхупады и стали его учениками. And very soon, all in New York and then afterwards in San Francisco and Los Angeles and then all the cities in America and gradually all over the world. И вдруг это spread the holy name everywhere. Движение начало разрастаться там из Нью-Йорка в Сан-Франциско.
там Бостон, Детройт, повсюду, повсюду из Америки, потом по всему миру. Even not just for a very short time, he came to Moscow. Шрила Прабхупада был даже в Москве. And met one person. Встретил and inspired him, went away, and from that one person, thousands and thousands of devotees came. Даже в Москву Шрила Прабхупада попал, встретил одного, тот, ну, сделал его преданным, и тот уже понес знания дальше. So we have to recognize that. That he is completely empowered by Nityananda Prabhu to spread the mission of Mahaprabhu everywhere. Тут стоит признать эту мощь, то есть это полностью уполномоченная личность, представитель Нитянанды Прабху. So when Srila Prabhupada was in New York and the first devotees came, he wrote a letter to Srila Trivikram Maharaj. И когда у Шрилы Прабхупады появились вот эти первые последователи хиппи, Шрила Прабхупада написал письмо Трибикрам. Он послал письмо в Дивананда Гаудия Мат. So when that letter arrived, и когда прибыло письмо, then the devotees, they were really преданные прочли. What is Swami Maharaj? То есть новости, какие новости шлет Свами Махарадж нам? And when they read that, oh, he was preaching, and now many persons from the West were becoming Vaishnavas. They became so ecstatic that they, just like you put a stool in the middle of the temple room and keep Tulsidas and do parikrama, so they put one stool there and they put Prabhupada's letter on the stool and they did Harinam Sankirtan around his letter. И преданные прочли в письме, что наконец-то там появились первые там белые вайшнавы, и что миссия Шрилы Прабхупады начинает развиваться, они так обрадовались, они положили это письмо на такую табуреточку, или как столик, как мы ставим туласи и обходим парикрама. Они вокруг этого письма ходили с киртаном, радовались. Oh, sometimes they make offense, they say, Шрила Прабхупада's but brothers and others in Gaudiya Math. They were against him. Иногда люди наговаривают, говорят, о, братья Боги Шрилы Прабхупады были против него, там Гаудия Мат противостоял ему или там. So in this world always someone is envious. В этом мире без зависти не обходится нигде. То есть всегда есть завистники. On the whole, especially in Gaudiya Vedanta Samiti, because Srila Prabhupada was one of the original founders of Gaudiya Vedanta Samiti in Bospat Lane, Calcutta in 1940 at Chaitratya. Но so they have so much love for him. В общем, то есть есть всегда завистники и недоброжелатели, но в общем, особенно в Гаудия Веданта Самхите, то есть нашей родительской организации, нашей ветки Гаудия Матха, нашего Парам Гурудева, он основал эту организацию вместе с Шрилой Прабхупадой, то есть подпись Шрилы Прабхупады там присутствует в изначальных документах, они вместе в Акшай-Тричью открыли Гаудия Веданта Самхиту. Все очень доброжелательно, с величайшей любовью относятся к Шриле Прабхупаде, всегда относились. The devotees in Devananda Gaudiya dance for joy around his letter. Преданные радостно просто плясали вокруг этого письма. And the first time Srila Prabhupada came back to India, he came back by aeroplane and he landed in Calcutta airport. Only one devotee was there to meet him, my Gurudev. И когда Шрила Прабхупада наконец-то первый раз вернулся с запада в Индию, он уже летел самолетом и встречал его в аэропорту. Наш Гурудев в Калькутте был единственный встречающий, там был Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж. And the Gurudev brought him to Devananda Gaudiya Math, where you have perhaps been there during parikrama time, there are thousands and thousands of people. И Гурудев привел Шрилу Прабхупаду в Девананда Гаудия Матх, и вы были, многие из вас, в Девананда Гаудия Матх, вы знаете, огромный мат. Там и во время парикрамы там тысячи и тысячи бенгальцев. And everyone wanted to know, oh, how is Swami Maharaj preaching in the West? Всем было любопытно узнать, что с вами Махараджа, как идет проповедь, что там на Западе происходит. So Srila Prabhupada sat on the stage and told how he sat underneath that tree in Tamsin Square Park and began to chant the holy names. И его усадили на сцену, Шрила Прабхупада рассказал всем присутствующим, вот я пошел в парк, сел там под деревом, взял каратал и запел, и вдруг ниоткуда появились эти люди. And Srila Prabhupada was crying. И рассказывает эту историю, Шрила Прабхупада сам плакал. Он сказал, просто чудо свершилось. The worms never leave the drain up full of stool. If you take them out, they'll jump back in the drain. Черви из канавы не вытащишь. То есть попробуй вытащи, он обратно полезет сразу. He said, but by the inconceivable mercy of Nityananda Prabhu,
the worms, they came out of the drain of stool. Ну потрясающе, непостижимо. One by one, after another. Черви стали вылезать из испражнений, там из канализации и приближаться ко мне, то есть один за другим. And they took up bhakti-yoga. И преобразились, приняв практику бхакти-йоги. So he was speaking affectionately about them. То есть с любовью так обо всех нас он отзывался. Westerners. Западных людях. And when Srila Prabhupada was telling what happened and crying, everyone was moved and they all began to weep. Все были растроганы этой историей Шрилы Прабхупады. Он сам был в слезах, и все присутствующие тоже растрогались. So, as you know, Srila Prabhupada preached very aggressively all over the world. Вы знаете, Шрила Прабхупада, он проповедовал бескомпромиссно. Attacking atheists. Агрессивно он атаковал атеистов, безбожных этих ученых and the religious hypocrites. И религиозных лицемеров тоже атаковал в своей проповеди. And he spread this Vedic culture very quickly in a short time. За очень короткое время он по максимуму попытался распространить влияние ведической культуры на Западе. In 1968 he was in Seattle, Washington. В 1968 году он был в Сиэтле, Вашингтон. And Srila Trivikram Maharaj wrote a letter to him. Srila Trivikram Maharaj написал письмо Шриле Прабхупаде. I sent telegram. Телеграмму послал. Informing him that Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj had entered the Nitya Lila of Sisi Radhavinoda Pillai. То есть когда Шрила Прабхупада был в Сиэтле, он получил телеграмму из Гаудия Матхи от Шрилы Тривикрама Махараджа, в которой она повестила его, что Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж ушел из этого мира, вошел в Нитья Лила. You can hear that class. Запись этого класса, аудио сохранилась, запись этой лекции Шрилы Прабхупады. And Srila Prabhupada was glorifying his godbrother and sannyas guru. В которой Шрила Прабхупада прославляет своего брата в Боге, своего также, который являлся для него саньяса гуру. There's a verse by Srila Raghunatha Goswami glorifying his shikshya guru Sanatan Goswami. Srila Prabhupada took that same verse and removed the name of Sanatan Goswami and put Keshav Goswami's name in there. Есть известный стих. Прославление Рагунатхи Даса Госвами в адрес его Шикша Гуру Сананды Госвами Пада. И Шрила Прабхупада процитировал этот стих, но заменил имя Сананды Госвами Пада на имя Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. Байраги йог бхакти расам прайатнайра апайан мамана бипсамандама крипамбуди йог парадука дуки санататан цви кешавам твам прабхамашвайами. It means that though I was blind, несмотря на то, что я был слепым, and even I was reluctant, I didn't want it. Несмотря на мою слепость и на мои колебания, but by force, мое нежелание, силой, my Шикша Гуру, силой мой Шикша Гуру, my most beloved Саньяс Гуру, мой дорогой Саньяс Гуру, my most beloved Bhakti Pragyan Kesava Goswami. Мой любимый Бхакти Прагьян Кешава Госвами. By force he made me taste the nectar of Bhakti Rasa. Силой он, which was united with complete vairagya, detachment from this world. Силой он заставил меня вкусить нектар Бхакти Расы, которая была там со смесью вайрагья, ты полной отреченности от всего. Крипам буддхир яха параду кадуки. Oh, he is an ocean of mercy, and he cannot tolerate to see the misery of others. Он океан милости, для него нестерпимо видеть страдания других. So to that Prabhu, Srila Bhakti Prabhupada Kesava Maharaj, Ashrayami, I take his shelter. Я принимаю. Bow down to him. Прибежище у этого Прабху, то есть у Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. So you can hear in the recording when Srila Prabhupada is glorifying his godbrother, my Param Gurudev, here. Then Srila Prabhupada starts to cry and his voice is choked and he cannot speak. Эта лекция существует. And then the lecture is over because he's God. То есть cannot speak. Шрила Прабхупада прославляет своего брата в Боге, моего Param Gurudeva Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj, и потом его голос начинает дрожать от эмоций, от слез, он не может ничего больше сказать, и лекция на этом резко завершается. Such profound love
between these great factors. Это доказательство вот этой силы любви между этими великими личностями. Srila Prabhupada wrote a letter. He said, I want to have a full size, that means 6 foot tall painting of Srila Bhakti Praga and Kesha Maharaj in all of our ISKCON centers. После этого Шрила Прабхупада написал там GPC письмо администрации ISKCON. That letter is there. You can read it. Это письмо тоже сохранилось. Там написано, я хочу, чтобы был портрет в полный рост. Парам, то есть Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, чтобы этот портрет висел в каждом филиале ИСКОН по всему миру. So, but unfortunately, that did not happen. Но, к сожалению, как-то проигнорировали вот это пожелание Шрилы Прабхупады. So, my dear brothers and sisters in ISKCON, if you are watching, it's not too late. Continue, any fallen conditioned souls, like me, they cannot imagine the deep love between these great Vaishnavas. Ни одна обусловленная душа, подобная мне, не может представить себе силу любви, которая связывает сердца вот этих возвышенных чистых Вайшнавов. But at least in my life I was fortunate enough to see it. Но, к счастью, мне посчастливилось хотя бы быть свидетелем со стороны в моей жизни этого. Once I went to New York with my Gurudev and went to that park. And though there was a trash on the floor and dogs had decorated the place, but I saw my Gurudev come and give dandavat pranam to that tree where Srila Prabhupada made his first kirtan. Однажды я сопровождал Шрилу Гурудева в его турне в Нью-Йорк, и Гурудев постоянно попросил, чтобы его отвезли в этот Tompkins Square Park, где вот этот зародилась миссия Шрилы Прабхупады, и он прямо под этим деревом, несмотря на то, что там был мусор и всякие эти сюрпризы от собак, все это было грязным местом, Гурудев, не раздумывая, лег в полный дандават пранам, чтобы почтить вот это святое место. Then Gurudev led a kirtan while we did parikrama of that tree. И Гурудев повел нас вокруг этого дерева парикрамой, и он пел. Once I went with Gurudev to Bhaktivedanta Manor, that was the house of George Harrison in England. That George Harrison gave to Srila Prabhupada and it became Bhaktivedanta Manor. Я сопровождал Шрилу Гурудева в турне по Великобритании, и мы приехали в дом особняк Джорджа Харрисона, который он пожертвовал Шриле Прабхупаде, подарил, и это называется Bhaktivedanta Manor. So upstairs there was Srila Prabhupada's writing room. И наверху в этом вот этой усадьбе были расположены апартаменты, комната, в которой кабинет Шрилы Прабхупады. And there is a desk and this very beautiful murti of Srila Prabhupada writing. И там стол, столик и прекрасная мурти Шрилы Прабхупады, что он сидит и пишет за этим столом. So I came there with my Gurudev and just a few devotees. И я прибыл туда вместе, сопровождал Гурудева, с нами было всего лишь несколько преданных. And we came in and gave the Dandavat Pranam and sat down. Зашли в эту комнатку, в кабинет Шрилы Прабхупады, поклонились, сели там. Srila Gurudev sat down next to his old friend. И Гурудев сел рядом со своим давнишним другом. And he began to give the pranams. И Гурудев стал пытаться прославить Шрилу Прабхупаду. Умаджана Тимаранджаса Гьянанджана Салакая Чакшурунмилитам Яйна Тасмай Шри Гуруваина Нитлила Прабхишт Ом Вишнупада Штодра Сатасри Бхактиведа. And then he could not say Prabhupada's name even. He became choked and tears were flowing from his eyes. И Гурудев так растрогался, что он даже не смог договорить Бхактивиданта, пытаясь произнести имя Шрилы Прабхупады, он просто разрыдался, он просто глаза, потоки слез потекли у него из глаз. After some time, when he came back to outer sense, Gurudev said, I am traveling all over the world only to take the dust from those places where Swami Maharaj has kept his lotus feet.
И позже, через какое-то время, Гарудева пришел в себя, внешнее сознание, взял в себя руки и сказал, я путешествую по всему миру, пытаясь попасть в те места, где оказалась пыль с лотосных стоп Шрилы Прабхупады, чтобы собрать эту пыль. Гурудев был так горден. Гурудев так гордился духовными достижениями своего дорогого Шикша Гуру. So after his legendary preaching everywhere, when he became very old, then Srila Prabhupada came to stay in Vrindavan. И когда его легендарная проповедь, его проповедническое место стало уже подходить к концу, очень преклонном возрасте, Шрила Прабхупада вернулся обратно во Вриндаван. He was having lila of becoming sick, and he became very, very lean and thin. Он стал, barely able to move. Когда начались лилы, его уже, что он готовился к уходу, он очень сильно исхудал, был таким худеньким. So he had a Bengali disciple named Satchidananda. У него был бенгальский ученик, которого звали Сачидананда. And he told him, go to Mathura. Ask Srila Narayana Maharaj to come here. What's his name? Сачидананда. No, Сачидананда. И он попросил Сачидананду, отправляйся в Матуру, пригласи сюда срочно Шрилу Бхактивиданту Нараяна Госвами Махараджа. Oh, go to all the Gaudiya Maths and invite my god brothers to come. И обойди все Гаудия Матхи и попроси всех моих братьев Боги прийти и навестить меня, пожалуйста. In the course of my preaching, sometimes I spoke some strong words, and I want to beg them for forgiveness. Я хочу повидать каждого из них, извиниться за все, потому что в ходе проповеди я мог там обмолвиться или сказать что-то такое не очень приятное в их адрес, поэтому я хочу лично извиниться перед каждым. In order to inspire his god brothers to preach more, sometimes he spoke some strong words. Oh, in the Gaudiya Math, they're just bell ringers. Шрила Прабхупада иногда мог жестко пройтись по своим братьям, но чтобы как-то взбодрить их на проповедь, что там в Гаудия Матхе, они только в колокол звонят все время. When this news came to the ears, some devotees complained to Srila Sridhar Maharaj, oh, I am so fortunate to be able to ring the bell in the Kirtana of Swami Maharaj. И когда преданные побежали жаловаться Бхакти Ракшак Шрида Махараджа, вы знаете, что говорит про нас Шрила Прабхупада? Мы там звоним только в эти колокола. Он говорит, какая удача у меня, что я могу звонить в колокола в миссии своим Прабхупады. Those who have realized this, they understood the spirit of his words. То есть те мудрые и возвышенные вайшнавы понимали дух, в котором, ну, смысл, который вкладывал в эти слова Шрила Прабхупада, почему он это говорил. Его мотивация им была понятна. Anyway, Srila Prabhupada, he wanted to beg forgiveness from. Но в любом случае перед уходом Шрила Прабхупада жаждал возможности попросить прощения у всех своих братьев Боги. So Satchidananda spoke with him. И попрощаться. He told me everything personally. Я сам потом. Every person was going to Mathura all the time and asking Gurudev to come many times. Я позже сам расспрашивал лично этого Сачидананду Прабу, чтобы он мне рассказал все подробности того, как он ездил в Матуру все время туда-обратно, как он ходил в Гаудия Матхи звать всех Махараджи. So, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj came to the bedside of Srila Prabhupada. Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj прибыл к ложу, на котором возлегал Шрила Прабхупада. And Srila Prabhupada, he said to him, Шрила Прабхупада сказал ему, oh, when our Gurudev was about to leave this world, перед тем, как наш Гурудев, когда наш Гурудев готовился уйти из этого мира, then you wanted to sing for him. Ты хотел спеть для него. But Prabhupada stopped you and said, oh, Srila Sridhar Maharaja sing. Ты хотел, ты порвался запеть Шрупа Манджари Пада, но Гурудев остановил тебя и попросил Бхакти Ракшак Шридара Махараджа спеть этот баджан для него. So, I wanted to do парикрама of Гирираджа Говардхана. Мне очень хочется совершить парикраму вокруг Гирираджа Говардхана. But doctor said I cannot come. Но доктор не разрешает мне. So I'm asking you, can you sing for me? Поэтому я хочу тебя попросить, ты мог бы спеть для меня? Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan.
Spoi, Jaya Radha, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. And by singing this song, I tell in my heart, do parikrama from Braja. Стрепойте меня, я пойду на Манасе Прайдману Парикраму. Шила Пуримахарадж began to sing. Пури Махарадж запел для Шилы Прабхупады. Джай Го Раде, Джай Го Кришна, Джай Го Бринда. Then Srila Prabhupada said, if I give you something, would you accept? После этой монастик Парикрамы Шрила Прабхупада спросил Бхакти Парамат Пури Махараджа, если я тебе дам сейчас что-то, ты примешь мой дар? Махарадж сказал, да, конечно. So, some years before, Srila Prabhupada had visited Srila Prabhupada's disciples. But because he was from a very high class Brahmin family, did not accept any water, even or prasad cooked by them. No, был прецедент. За много лет до вот этого дня Бхакти Парамасури Махарадж навестил учеников Шрилы Прабхупады, но так как он был родом из очень высококастовой семьи брахманской, то он не принял от них ничего, никакого прасада, даже воды не принял. Then, это были западные ученики. At that time, he was living like the Goswamis in Vrindavan, no sannyasi, wandering here and there, just doing bhajan. В то время он был очень отреченным, у него ничего не было. Он путешествовал по Брадже Мандали, как Госвами, жил там в разных местах, ночевал. But years later, he wanted to start his mission and make a mat. Вот это было тогда, потом прошли какие-то годы, он уже хотел основать миссию, открыть мат, чтобы был храм, ашрам для преданных. So he wrote to Srila Prabhupada, because Srila Prabhupada was successful, had a lot of money from the West, and he said, can you give something to help make it, that I can make a mat? И когда у него появилась эта идея, он обратился за финансовой помощью к своему брату, боги Шриле Прабхупаде, потому что к тому времени Шрила Прабхупада миссия уже была очень успешной финансово, что он мог легкостью выделить средства для постройки храма. And Шрила Прабхупада wrote back, it's probably better that I don't give you any of this money that has come from contaminated Westerners. Шрила Прабхупада не забыл того, что... Because you are very high class and you could be contaminated by these things. Шрила Прабхупада ответил на этот просьб, он сказал, да я не знаю, стоит ли мне это выделять эти средства. Прабхупада was very feisty. Такой... Шрила Прабхупада был с характером. То есть он ничего не забыл. И вот когда вот эта просьба пришла к нему, он написал, да я не знаю, стоит ли давать тебе эти деньги, потому что эти деньги могут осквернить тебя. Все-таки это деньги от этих падших западных плеч.
А ты вот такой высококастовый брахман и не знаешь, стоит ли тебе марать руки, принимая у них деньги. High class brahman will not accept anything from a yavan and malechas. То есть высококастовый брахман никогда вне касты вот ничего не возьмет от яванов и млечи. Now, in Vedic culture, you cannot refuse the last request of a person who is. В ведической культуре есть правило, если кто-то на смертном одре, то их просьба должна быть, это святое, она должна быть исполнена. So even though Srila Prabhupada could hardly move or breathe, he told his disciples, bring Mahaprasad for Guru Maharaj. Несмотря на то, что к этому моменту вот Джигил, что от Бабхупада едва Шрила Прабхупада уже едва двигался, он лежал на кровати, он ничего не ел, не пил, он уже сил не было даже разговаривать, все равно он сказал слугам, принесите Махапрасада для Пури Махараджа. И Прасад оказался перед Пури Махараджем теперь. И Пури Махарадж не мог отказаться сейчас кушать. Он взял одну сладость этого блюдечка. И он откусил кусок, и потом он позже делился своими вот впечатлениями, сказал, когда я укусил... Then his heart was flooded with ecstasy. Он сказал, как только я откусил кусок от этой сладости, вдруг в сердце появился поток такого блаженства. And he realized the importance of preaching all over the world to all jivas, regardless of their situation. И он говорит, и вот меня, то есть, как осенило в этот момент, что... Как важно проповедовать всем, невзирая на их там, социальное положение, на их касту, да по всему миру надо всем давать эту любовь к Кришне, эту возможность. And after that he himself gave initiation to so many Vastas, even he gave sannyas to so many Vastas. И позже он сам уже начал давать инициации западным, он стал даже давал саньясу западным преданным. Because of the influence of the powerful mercy of Srila Prabhupada. То есть вот это настроение Шрилы Прабхупады, вот эта милость, безгранично это великодушие передалось ему вот по милости Прабхупады. Srila Prabhupada also lived to be over 100 years old. Сам Бхакти Прамод Пури Махарадж, он там дожил, ему было больше 100 лет. And when he was older, he was remembering this moment when he tasted that sweet. И уже даже вот последние вот это там дни своего пребывания на земле, он вспоминал вот эту встречу с Прабхупадой. And remembering Prabhupada, he was loudly calling, Doyal, Doyal, Doyal! И громко, громко. So merciful, so merciful. Вспоминая Прабхупаду, он громко кричал, Даял, Даял, какой добрый, какой же ты милостивый, какой же ты милостивый. So then Srila Prabhupada in his lila, sickness lila, his health very much deteriorated. И очень быстро здоровье Шрилы Прабхупады, оно слабело во время вот этих лил уходов. And he was lying on the bed and he began to have spasms. И он просто таял на глазах, и у него вдруг начались судороги. And he was kicking his arms and legs. Руками, ногами, казалось, что у него сильные судороги. And the devotees didn't know what to do. Преданные вообще не знали, его ученики, что делать. My Gurudev came from Mathura. Призвали моего Гурудева из Матхуры. And he looked, he said, oh, these are ecstatic symptoms. Он посмотрел на Шрилу Прабхупаду и сказал, да это саттвика бхава у него. This is not an illness. Это не болезнь. This is transcendental ecstasy. Это его трансцендентное проявление, его трансцендентного экстаза. And then Gurudev leaned over and whispered in his ear. And as soon as he whispered in the ear of Srila Prabhupada, then he was lying on the bed like this, and he was very peaceful. И Гурудев нагнулся к уху Шрилы Прабхупады, что-то прошептал, и тут же Шрила Прабхупада успокоился и вот так замер в таком как в полете, в движении в таком. Pujapad Srila Bhaktivedanta Bhagavat Maharaj, he was there as a young brahmachari, Bhagavat Das Brahmachari. В то время Pujapad Bhaktivedanta Bhagavat Maharaj присутствовал там рядом с Гурудевом, в то время он был юным брахмачари, Бхагават Дасом брахмачари. And Srila Gurudev said to him, look, look at his fingers. He's dancing in Rasa Lila. Srila Prabhupada was in like a mudra, dancing pose. И наш Гурудев тогда сказал Бхагават Дасу Брахмачари, ты взгляни на своего Гурудева, посмотри на мудры, на как его пальцы сжаты в мудрах, его как ноги, он же танцует сейчас в Раса Лиле. И тот взглянул и действительно как понял это, что да. On the just last day before he left. Прямо за день до ухода Шрилы Прабхупады из этого мира. Шрила Прабхупада
asked my Gurudev, you please give me samadhi, put me in samadhi with your own hand. Он попросил моего Гурудева за день до своего ухода, сказать, я хочу, чтобы ты посадил меня в самадхи сам, лично. And Sita Gurudev agreed. Гурудева тут же принял это. That you are my shiksha guru, whatever what you give me, I take on my head. Эту просьбу, он сказал, все, что ты, о чем бы ты меня не попросил, это для меня приказ, поэтому я исполню все. Then, Sita Gurudev spoke in Bengali. He said, I have collected so many monkeys. И затем Шрила Прабхупада перешел на бенгальский и обратился к моему Гурудеву и сказал, я собрал столько мартышек, but I could not fully train them. Но я не мог выдрессировать этих обезьянок сам. So after I'm gone, I request you, please help them. Поэтому я прошу тебя после моего ухода, помоги им. He spoke very softly. Очень тихо на бенгальском это сказал, обращаясь к Гурудеву, но запись сохранилась. То есть бенгальцы это слышат четко, что Шрила Прабхупада говорит. So then, Шрила Прабхупада said, tell them what I said. А затем Прабхупада сказал, скажи им, сообщи им всем, что я, о чем я тебя сейчас просил. So Шрила Прабхупада senior devotees were there, and Gurudev said, after the disappearance of your spiritual master, you should all collaborate with each other and to push on his mission. And if you have any questions or difficulties, my door is always open. You can come to me. I can advise. И Прабхупада сказал Гурудеву, теперь requested me to advise. Передай моим ученикам, что я тебе сейчас сказал. И Гурудева встал и обращаясь к старшим ученикам Шрилы Прабхупады, которые там присутствовали, он сказал, что Шрила Прабхупада хочет, чтобы после его ухода вы сотрудничали, чтобы вместе, совместно развивали его миссию. Если у вас будут какие-то вопросы или трудности, всегда обращайтесь ко мне. So just as Srila Sridharmaj sang Sri Rupa Manjari Pada for Srila Bhaktisiddhanta Thakur when he was about to leave, Srila Prabhupada requested Gurudev to sing. And he sang Sri Rupa Manjari Pada, Sai Mora Sampada, Sai Mora Bhajana Puja. The lotus feet of Rupa Manjari, they are my greatest treasure, they are the object of all my bhajan. И подобно тому, как перед своим уходом Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Такур попросил Шрилу Бхакти Ракшак Шридара Махараджа спеть для него Шри Рупа Манджари Пада, таким же образом Шрила Прабхупада попросил нашего Гурудева спеть для него Шри Рупа Манджари Пада. То есть Рупа Манджари это мое все, она объект моего бхаджана, объект моего поклонения, моей пуджи. And Srila Prabhupada entered into the Nitya Lila of Radha Krishna. Radha Shyama Sundara in Vrindavana. Then my Gurudev decorated him with sandalwood paste and wrote the Gopi Bhav mantra on his chest. Затем Гурудев на груди Шрилы Прабхупады написал сандаловой пастой Гопи Бхава мантру на санскрите. And put Srila Prabhupada in Samadhi. Я организовал его Маха Самадхи там, на территории храма Искон во Вриндаване, Кришна Баларам. Vaishnavas don't die. Vaishnavas не умирают. Every day they chant, they go in Samadhi, but they come out again. But on that day, they go into Samadhi with such separation that they never come into external consciousness again. That is called Maha Samadhi. So then the Vaishnava is put in this posture. Meditation. Вайшнав, чистый вайшнав каждый день погружается в самадхи во время своего бхаджана. Просто наступает тот день, когда он уже не выходит из этого самадхи, и вот это называют уже маха самадхи. И вот в этом положении вайшнава усаживают в такой позе в самадхи с четками его и закрывают. My Gurudev, some years later, on the disappearance festival of Srila Prabhupada. Прошло много лет с того дня, с дня ухода Шрилы Прабхупады, и когда мы праздновали день ухода Шрилы Прабхупады через какие-то годы, he said, a neophyte devotee does not know how to glorify his spiritual master. Мой Гурудев сказал, неофит преданный, он не знает, каким образом прославить своего духовного учителя. If you will say that Srila Prabhupada is glorious because he has spread the chanting of the holy name all over the world and opened hundreds of temples and made thousands of disciples. But still,
you have not touched his real glory. Когда сказал, если вы прославляете Шрилу Прабхупаду, основываясь на том, объясняя его величие в тем, что он распространил воспевание Хари Кришна по всему миру и открыл множество храмов, то вы даже не касаетесь верхушки айсберга его славы. Because the mission of spreading the Yuga Dharma, this is the responsibility of Vishnu. Махавишну. Распространение Юга Дармы – это ответственность, это юрисдикция Махавишну. So if you say his glories is that he has spread the Yuga Dharma, then you are really misidentifying him as the servant of Махавишну. То есть он говорит, если вы прославляете Шрилу Прабхупаду в ракурсе того, что он распространил Харинам Санкиртану по всему миру, вы его прославляете в качестве там слуги Махавишну. Правришо Махадамса Юкто. When the Lord comes, all the incarnations are in him. When Krishna comes, Vishnu is in him, and it's Vishnu who kills the demons, it's Vishnu who establishes Dharma, not Brajendra Nandan Shama Sundar. So in the same way, when Mahaprabhu comes in this world, Mahadamsa Yukto, the Mahavishnu is in him and Mahavishnu establishes the Yuga Dharma. Гурудев пытался донести до них неуместность, что вы неправильно, вы даже принижаете славу своего учителя, неверным образом прославляя его таким корявым образом, потому что вот эти все аватары, как мы слышали, когда Кришна приходит, все аватары приходят с ним, и Махавишну, когда Махапрабху приходит, Махавишну в нем, и вот он за Кришна не убивает демонов, он там не устанавливает Югадарму, это делает Вишну в нем. И то же самое вот это установление Юга Дармы, это тоже задача Вишну. But he is the servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но он не слуга Вишну, Прабхупад это слуга Парикар Чайтанья Махапрабху. What is his mission? То есть самого аватара. Анархита чринчира круна вартина калу смарпайту муннат уджвара самсухати сриям. Задумайтесь, в чем заключается миссия самого Махапрабху, цель его явления. Према раса нирджа скрита яшвадан рага марга вакти локе и крита и прачаран. Кришна comes to this world primarily to relish према раса and inspire others in рага нуга вакти. So Chaitanya Mahaprabhu comes to relish рада бхав and distribute Radha Dasyam, the service of Radhika. То есть Кришна приходит главным образом в мир вкушать расу, ну и распространить Рагануга Бхакти и Махапрабху, будучи самим Кришна, он приходит познать сюда настроение Шримати Радики и наделить джив возможностью Маджри Бхавы, Радха Дасьям. This is why he did bhajan at the bhajan kutir of Rupa Goswami, the incarnation of Rupa Ranjan. Поэтому Шрила Прабхупада сам выбрал для себя место Баджаны, то есть рядом с Рупой Госвами, с Рупой Манджари. Next to Radha Shama Sundar in Vrindavan, he established Krishna Balaram. Рядом с Radha Shama Sundar во Вриндаване он установил божества Кришна Баларам. But just because he established Krishna Balaram does not mean he's in Satyaras. The gopis always try to hide their love for Krishna by bringing Balaram into the picture. Но просто то, что он там установил божество Кришна Баларама, не значит, что он в Сакхи-расе. Гопи всегда свои вахита-бавы, скрывая свои чувства Кришне, всегда приписывают туда, вплетают Баларама во все, чтобы было непонятно, что они влюблены в Кришну. Many times in Srimad Bhagavatam, Bhaktam Rajesha Sutayura Nuvenu Dushtam. The gopis, they just look at the faces of Krishna and Balaram to hide the fact that they love Krishna. Как часто это встречается в Бхагаватам, гопи говорят, взгляните на лица Кришна Баларама. Им нет дела до Баларама, но им надо скрыть свои чувства к Кришне. Антая мадрия бала харидаса варья, яд рама Кришна чарнас парша прамода. In many places, the gopis, they introduce Баларам to hide their love for Кришна. То есть Ведьяна Гейти, то есть прославление Гирраджи, то же самое, опять Рама и Кришна упоминается. Все время гопи упоминает Баларама, чтобы скрыть свою влюбленность в Кришну. Сила Прабхупада established the International Society for Krishna Consciousness, and he said, Krishna Consciousness means Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati Kritam Yadi Kotopi Labhyate. That the consciousness should be completely saturated in Бхакти Раса. Шрила Прабхупада основал Международное общество сознания Кришны. Под сознанием Кришны он имел в виду, что сознание должно быть пропитано Бхакти Расой. Which is only attainable through
лолием, грит. И это пропитать его можно только посредством лолием, вот этого рвения, стремления ненасытного. So it is international site for Krishna consciousness, but who is the embodiment of Krishna consciousness? Shrimati Radhika. Кто является олицетворением сознания Кришны? Это Шримати Радика. Krishna has unlimited qualities. Поэтому это общество Шримати Радики. У Кришны безграничные качества. But the greatest of all of Krishna's qualities. Самое великое из его качеств, достоинств. Is naiva vichatteira kochit that he never forgets Radharani. То же самое его большое достоинство, что он никогда не забывает Радхарани. So it is international society for consciousness of that Krishna, who is greatest glorious, that he never forgets Radharani. Это международное общество сознания того Кришны, который сам ни на секунду не забывает о своей возлюбленной Радхарани. So this is Srila Prabhupada's greatest glory. Поэтому вот эта истинная слава Шрилы Прабхупады. Out of egotism, we can think that his greatest glory must be related to us. Из-за своего эгоизма беспробудного мы думаем, что его величие связано непосредственно с нашей судьбой, там, нами самими. That is Srila Prabhupada saved us. This is the greatest thing about him. Мы его представляем великий, потому что он спас меня, и вот этого тоже спас. Потому что вот мы особенные, он нас спас, и вот он великий. But really, his greatest glory is that he is a dasi of Radhika. Его истинная слава заключается в том, что он служанка Шримати Радхарани. And by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he appeared in this world to give that opportunity to everyone. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху, он пришел в этот мир, чтобы поделиться этой возможностью Рада Дасям с другими. So in this way, I offer my Shraddha Pushpanjali. Я завершаю свой Shraddha Pushpanjali у лотосных стоп Шри Радхарани. And I am praying, Srila Prabhupada, please sprinkle your causes, mercy upon all of us, that we can serve our Guru Pada Padma lifetime after life. И молю его, чтобы он пролил свою милость на нас, чтобы мы могли служить нашим учителям и жизни в жизни. Srila Prabhupada ki Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.